Всем здравствуйте! В Дилосе Италия новинки. И сегодня вашему вниманию мы хотим представить эксклюзивную коллекцию от бренда Souvenir. И по традиции начнем с образа «Как на мне». На мне красивейшая юбка плиссе в интересном цветовом решении. Обратите внимание, что такое контрастное разделение цветов или фактур будет уже представлено скоро на различных моделях одежды. В данном случае мы предлагаем к юбке вот такой вот джемпер, как на мне, в красивом голубом цвете. Давайте подробнее рассмотрим текстуру джемпера. У него в составе есть нить люрекса, благодаря чему джемпер имеет легкий эффект мерцания. Ну а ваш образ будет дополнять это мерцание изюминкой. Если вы хотите более спокойный образ, то можно добавить к юбке бежевый джемпер. Обратите внимание тоже, какой красивый цвет и какое красивое сочетание получается. Далее рассмотрим джинсовый костюм. Деним – это тренд предстоящего весенне-летнего сезона, и дизайнеры стремятся добавить в джинсовые коллекции какое-то новое прочтение. В данном случае дизайнеры бренда Souvenir добавили вот такой вот интересный, легкий, но при этом очень лаконичный цветочный принт. Идеальным дополнением к джинсам станет вот такая вот футболка. У футболки имеются подплечники, а также очень красивая вышивка на плечиках и на боковинке. В более прохладную погоду к джинсам можно добавить джемпер, о котором мы с вами уже говорили сегодня. Ну и, конечно же, красивейшим завершением образа станет куртка от этих же джинс. Пойдем с вами дальше. И у нас отличная новость для тех, кто ждал и искал абсолютно базовую модель джинс. Мы получили джинсы базовой модели, прямой крой. И эти джинсы базовые как по своему окрасу, так и по своей посадке. Джинсы в составе содержат эластан, благодаря чему будут очень комфортными и удобными в носке. Сочетать джинсы мы предлагаем вот с такой вот курткой в легком нежном голубом цвете. Подробнее остановимся давайте на куртке. Это невероятно легкая модель. В народе она так и называется 100-граммовка. В ее составе наполнитель нового поколения Tensulate. Это наполнитель, который будет дарить вам тепло, благодаря чему куртка будет очень теплой, и при этом она будет невероятно легкой. Такие куртки можно надевать как второй слой под тренчи, пальто, или же поверх пальто, как сейчас тоже набирает актуальность. И, конечно же, это идеальный вариант для путешествия. Такую куртку можно взять с собой, а потом при необходимости в любой момент снять и убрать в чемодан. Она не займет много места и не добавит веса. Далее остановимся вот на такой модели джинс карго в черном цвете. Сочетать эти трендовые джинсы мы предлагаем с курткой уже в сочном цвете апероль. Вот такое вот интересное контрастное сочетание у нас с вами получается. И, конечно же, цвет апероль – это для тех, кто уже устал от зимней серости и хочет добавить красок в свой весенний-летний гардероб. Обращу ваше внимание, что все куртки, как в голубом цвете, в цвете апероль и также в белом цвете, все куртки двухсторонние. Можем поподробнее рассмотреть поближе, да, что куртки имеют двухсторонние кнопочки и кармашки на молнии. И еще одна новая модель джинс, это джинсы палаццо со стрелками. Элегантная классическая модель, которая будет вытягивать вас в рост, да, отлично садится практически на любую фигуру и очень красивый такой базовый серый цвет. Также у джинсов по низу идет трендовая бахрома. К сочетанию джинсов мы можем предложить вот такую белую куртку. Получается такой интересный, спокойный, более элегантный образ. На этом все. Спасибо за внимание. Хочу отметить, что у нас очень широкий размерный ряд от 40 по 52 размер, поэтому присылайте, пожалуйста, ваши параметры. Мы обязательно подберем вам желаемую модель и подходящий размер. Спасибо за внимание. До свидания.